Разбил окно в машине и бросил коктейль Молотова. Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога автомашины. Все случилось во дворе дома по улице Агалакова. Камера домофона зафиксировала, как мужчина днем подошел к иномарке, выбил окно и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью. Позже в полицию обратилась 42-летняя хозяйка автомобиля Kia. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний брат потерпевшей. Так он отомстил родственнице. По предварительным данным, близкие поругались из-за денег. Преступление совершено из хулиганских побуждений на фоне личных неприязненных отношений. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. По данному факту в отделе полиции Ленинский, управление МВД России по городу Челябинску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данному факту на мужчину возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас он выдворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.